Всем доброго, здоровья, всем привет, аппетит, сейчас кушаю, с вами Юлия и Мишка. Всем привет. Да, добро пожаловать на шоу. Это все, на самом деле. А, похитители голов. Да, а игрушка под названием Head Snatchers. Да, мы как-то давным-давно играли, это японский генбис, мы тогда его прозвали. В общем, будем сражаться друг против друга, видите, какая красота. Персонажи. Сейчас нас случайным образом выберут. О, не может быть, это я и Юля. Конь. Нет, а где я? Вот слева конь. О, да, блин, а я уж подумала, себя не узнала, Юль, типа, ты что? Выбрали. Итак, представляю вам наших участников, да. В общем, вот вы хотели, чтобы мы друг против друга сыграли, оно и будет. Так, я Миш, кручу барабан. Да. Закрутилось. Какулище. А, другая какулище. За какулище. Итак, что мы здесь будем делать? Мы сейчас узнаем. Проверим. О, май. Хорошее место. У-ля-ля. Немножечко фанты. Фанты. Каканты. Понятно. Санты. Санты, да. Вот вам импортозамещение. Так, типа надо сбросить, что ли? А что делать-то надо? А надо скинуть, наверное, игрока или смыть. То есть, ты зря. А, тебе вот не... Я хотя бы проверить. Ты готова к битве? Да. Смотри, на X бить, Y пинок. О, как удачненько-то у нас тут случилось все. Нет! А как брать-то? Как брать? А как мне... О, ну пока... Ну ты не могла сказать-то, на какую кнопку. Лошара, Микантар, ё-моё. Да пинок что, не работает? Б, ну, надо блин. Взять и кинуть. Так. О, я вовремя. Так, как... тихо. О, все, отлично. Нет, о, голову оторвал твою. Значит, на Б можно оторвать голову. А как ее? Обратно на Б. Ну, все, давай блин, уже. Нет, нифига, вставай. Ну, как выкинуть ее? О, отлично. Да пипец, как друг другу туда в эту мочу выкинуть? Я сейчас сам туда прыгну. На Y, ну, надавал тебе. Слушай, а что, какие еще тут кнопки? Так, о, отлично. Ё-моё, нет, вставай. А, вот, все, на курок. Да есть. Блин. Ну, сейчас-то сработает. Блин. Нифига. Застряли мы в этой. Да ё-моё, да я уже короче. Да кидай уже меня. Ой. Неплохо, вот оставайся там. Ну, вставай ты. Все, стоп. Все, прими свою участь. Да ты издеваешься, что ли? Сейчас свою голову выброшу, короче. Не в ту сторону. Да ё-моё. Ну, курок, кстати, Юль, пинать. Во, все. Вот. Смывай меня. Я согласен с вами. Ура, наконец-то. Ты замучился, если честно. Вот так вот. Здесь. Так, ладно, конеха, ходи. На а как крутить? На А. Короче, надо, смотри, курок пинать. О, рок-н-ролл. Окей. Сейчас посмотрим. Что с нами заставить делать? Ага, так мы на сцене с тобой. Да! Да, ребят, не забывайте поставить лайкосик. Для вас это несложно, для нас это очень хорошая поддержка. Также заходите в Телеграм и на вас там стримчики. Там нас тоже поддерживайте, по сути дела. Так, с чего нужно прыгать. Сделать? А, надо гитару взять и... И может друг другу вмазать? На самом-то деле, просто гитарой. Как вот... А, я не знаю. Стой, погоди, одну секундочку. Так, в всем управлении здесь написано, что сделать. Нужно кинуть голову противника в толпу. А как, кстати, башку твою на Б, когда я валяюсь, берешь и отрываешь. А на Б также бросать предмет. Отлично, башка пошла. Нет! Да нет! Ну все, отлично. Так, а голова. Ты, пока ты без головы не оторвешь мою башку-то. Да блин, как же тебе попасть-то? Дайте вмазать. О, отлично. Я думал, она в толпу уже летела. Все, походу, я сейчас лишусь своей головы. И на Б бросать. Да о, смотри, ты подзадорил. Народ, бутылки прилетели. Все, ты, походу, победила, нет? Еще и с моей башкой шел. Тихо. Вот так. Я вообще ничего не понял. Ты знал, что я сделал в конце ну, красиво. Да и сейчас что-то мне не особо нравится. Ладно, кручу. Ну тут все сложно. Ладно, хотя бы есть это правило, которое можно в меню почитать. Вот именно. Давай почитаем. Я думал, будет появляться табличка, типа, что делать. Смотрите, вот тут как надо. Стой. Шаг. Бросьте голову в него, и он... И уклонитесь от удара. Прикинь, то есть надо оторвать бошку. Свою? Да, конечно, свою. Надо у тебя вырубить. Блин.
отобрать бошку и кинуть на Б. Так и чё? Ау, ну все. И уклониться. Видать, плохо кинул. Тихо. Да ё-моё. Может, она должна вылететь за экран, типа? Но пока она не вылетела. Да встань ты уже, туша! Все, Юль, ты меня заманала. Ну все же. А, вот ё-моё, да чё она какая у тебя? Башка-то тяжелая. Да блин, ну почему Юля-то выигрывает в этой игре? Я не понимаю, как это работает вообще? Я не вмазать, ой, ничего не могу. Отдай сюда уже. Да ну заколебала. Давай, ну что ж ты, не жмешь-то, нифига. Мне уже начинает раздражать эта игра. Так, сейчас, все, ну наконец-то. Так, у меня есть шанс, да? Ты на что бьешь-то хоть? Все, отлично. Так, нет! Так, ладно, встаем. Ну давай, подачу нормальную. Ну вмажь ты ее башку-то, ну. Нифига. Я не понимаю эту игру. Ну не тупи, ударь. Да ё-моё, да как он так меня можно... ударил. Я не понимаю. Six hours later. Стой, надо встать, дай попробуй. Ничего подобного, уже все. Все правила уже вы поняли. Нетушки. Давай свою башку мне. Не вздумай даже. О, отлично. Пошла, родимая. Отлично. Уе! Да ё-моё. Хотел, дай попробуем, конечно, тебя пойдешь. А я думала, это еще не конец будет. Ну все, разогрелись хотя бы, ну ладно, окей. Мы разогрелись. О, тортик. Пора кушать. Водяной тортик какой-то. Почему? Не знаю, на волны похоже. Так, давай. Ну тут, конечно, показывается что-то. Выглядит вкусно, окей. Да. Так, надо самому стать, что ли? Похоже... А, у них, слушай, у них бошки тоже как будто отваливаются. Сейчас поменяют все. Понятно. Ну... И на всякий случай, ой, доберитесь до верхушки, насадите вражеские головы на фигурки. Вражеские? Ну, то есть ты мою должна, а я твою. А как наверх-то вообще подняться? Может, где-то есть... как его? Как у тря... А как? Стоп, реально, как добраться? А это уже... Не поняла. Как хотите, так и забирайте. Кстати, кувырок еще есть. А может надо... Тут как-то хвататься? Стоп, ну погоди. Ща. Ну вот твою голову. Как вверх торта попасть в этой игре? Я угораю, что мы полчаса пытаемся понять, что тут сделать, да. Так, стой, ну-ка, стой. А, ну что это? На конфетку? О. На какую? А, на сердечко. Все, давай. Окей, ну ладно, теперь я готов. Ну пипец, ну и в самое дно, конечно. А, ну теперь ты типа попытаешься. А, так, ну давай. Блин, вот кто поймет, что на сердечко тут надо. Ну это. Я походу. Молодец. Да ё-моё! Понятно. Так, супер. Сложно, да, Миш? А вот и победитель! Чё так быстро? Ю-ху! Настало время. Автомобиль! Или... ящик с сюрпризом. Ящик с сюрпризом. Прикинь, Гуана какой-то. О, наклейка. Рулетка. Чё? Поздравляем, Юлия, с победой. Это выборы настоящего чемпиона. Мне стало интересно, что за зомби. Средний простой режим. Один игрок. Нет, один игрок нас не устраивает. А два, если... А, выбор голов. Нет, тут один игрок только играет. То есть ящер не готов. Так, ладно, тогда еще рулеточку, да, что ли? Посмотрим. Или мы можем другие карты сами... Ну, пофигу, давай, короче. Давай рулетку. Сейчас, выберу себе какую-нибудь рожу. Тупую. О, вот это новый, тут, кстати, много этих всяких. Ну да, они еще закрыты. Человек-осьминог. Юля с утра. Короче, да. У меня... О, пирожное, все отлично. Так, ну ладно, шоу мы видели. Кручу. Ё-моё. Я... Давай. Два урода. Что-то новенькое. Стой! Нет! Да, ну ладно, мы уже хотя бы знаем, что делать в этой игре. Но она... Можно пропустить? Да. О. Так, хорошо.
Ну, конечно, давайте, да, сольем меня просто моментально. Да что ты будешь делать? РБ надо нажать, да? Ну, все понятно. Я могу успеть ты в мат? Не, все, походу. Хорош, хорош. Ой! О, вот это удача. Куда башка-то улетела? Пипец. Вот так. С апперкота просто. Перфект. Отлично. Понятно все с вами. Будьте добры крутить барабан. И пендали ему еще, если можно. Дайте что-нибудь новенькое. О, баскетбол. Блин, у меня, конечно, обычно с этим туго. Башкой, наверное, надо, да? Все проверим. Оторвать башку, боже, и закинуть. Какой-то из колец, да? Так. Ага, да, именно так все и будет происходить у нас. Сейчас будет обсер. Ну? Понятно. Ясно, ага. Все. Продемонстрировали как надо. Так, окей. Но мы прочитаем. Закиньте голову в корзину, в его корзину. Выиграет тот, кто останется последним на поле или набьет 2 очка. Так, стой, а его корзина это какая? Розовая? Ну, наверное, да. Ну да. Так, хорошо. То, отлично. Ты иксом бьешь или чем? Да. А в какую корзину? В его корзину. Моя какая? Синяя. Моя синяя. Блин. Была. Так, а где голова-то? Да где? А где моя голова? Блин, боже. А, это моя и была. А, блин! Надо было РБ, РБ надо было. Так а я жму РБ, ты чё? Все понятно. Yes. Миш, ну я не знаю, я профессионал. Какое-то уродство полное, я могу сказать. Жалко, почему, ну типа, всего один раз дали закинуть? Опять да ну Тор! У вас игр других нет, что ли? Издевательство какое-то. Так, ладно, ладно, давай. Ну, заставку уже видели. Знаем, что конфет. Ну спасибо, да, конечно, экспресс-доставка моей главы. Обойдешься. Еще перекат используй. Все, жду тебя на, короче, крыше. На пендали сразу же. Так. Отлично. Нет! Все. Экспресс, спасибо. Ваш первое очко. Да. Я рад. Так, давайте ты крутишь. Ахалай, махалай. Нормальную карту выбирай. Нормальную выбираю. Карту подавай. Это что такое? Лабиринт. Думаешь? Ну, что-то новенькое, в любом случае, я рада. Вот, кстати, надо тысячу принести лет назад мы... в жертву, что ли? Вон ловушки активизируются. Рот открылся. Эти мультики трэш, конечно. Опа. Да, голову, походу, вот в эту дверь. Ага, ну все ясно. Ну мы на всякий случай вот остаясь. Так. Так, наступить на кнопку, чтобы открыть вход и принесите голову. Все понятно. Ну, конечно, кто бы мог подумать... О, обо что, у тебя стрела попала. Здесь лук есть. А, блин. Хорошо. Так, Б лук взять. А как стрелять? О, Игрик стрелять из лука. Сейчас я тебя пристрелю, короче. Да удачи. А, и мне стрела в спину вошла чья-то. Блин, давай его башку, да ё-моё, башку надо было, Всё. Башка! Дайте встать, пожалуйста, можно, ну? О, так. Лук взяла. А, да что ты будешь делать? Здесь 1000 ловушек есть, Юль, я первее встану. А чё толку-то без твоей главы? Надо сначала кнопку нажать, я пошел кнопку нажимать. Так. Давай, ага, ага. Блин, почти попадаю. Сейчас будет. Это что такое? Да! Думаешь, я к тебе подойду? Блин, почти попал. Закрылась, блин, она... Нет, ну ладно, пойду нажму. Нажала. Блин, моя башка отвалилась. Но я туда не полезу, нифига. Да ё-моё, как мне её теперь взять? Это ужас. Это ужас. Взяла же. Надеюсь, наткнешься на шипы. Да блин. Они будут по мне стрелять? Так, опять нажала. О! О! Ой! Нет! Беги! Да быстрее! Да беги, вставай! Все. 2-2. Вот. 2-2. Фу. Сейчас решающий, да? Или наверное, что? Да, я не знаю, если честно. Так, почему нормальную он карту. Выбирает? Косточки. Косточки. Прям по это, на грани. Гранично, да, было. Ого. Ого. Снайпер зон. Жесть, что нам делать? Наблюдать пока что. Ну, обычно
Принести башку чью-то. Смотри, что-то надо аккуратно обходить, получается. Иначе снайпер нас приклашмать. Так. И в качестве башки ему... Точнее, в качестве косточки башку? Не знаю. Так. Или сбежать. Сейчас, погоди. Итак, скормите головы собакам, доберитесь до конца пирса. Понятно. Все, начинаем. Это что, ствол? Ну, конечно. А у меня вот ничего нету. Ой, я... Стой, я качаться пошел. Стоп, а если... А что, качаться нельзя? Ты хочешь просто свалить? Блин! Дурацкая идея. То есть, бошку сожрали, все. Да. Так, а как обойти? Она теперь спит. До свидания, Юля. Стоп, я... Эй, я все, я типа сдохла. Спасибо, спасибо за победу. Дурачок со стволом просто. Ура, просто. 1-1, кстати. О, сейчас ты тоже давай сюрприз выбирай. Я машину возьму. Да какую машину? Я хочу машину. Ну ладно, ладно, ладно. Стало время получить награду. У тебя прав нет. Смотри, какая машина. Все, давай. Так, или... Ну, сюрприз. Ну, ладно, давайте сюрприз. Сейчас посмотрю, до меня доведет сюрприз. Давайте автомобиль здесь тоже. Ну, понятно, спасибо. Наклейка рулеткой. Так тут только наклейки. Я такой же дебил, как и ты. Ну, конечно, скорее всего. Для дурачков. Ладно, ну, ладно. Короче, поугарали и хватит. Всем хорошего настроения, всем пока. Всем пока.